Доброго времени суток, уважаемые друзья! Сегодня пришли посылки пришли с AliExpress и пришли очень нужные мне вещи. Даже не сколько мне, а сколько каждому начинающему блогеру, особенно тем, кто занимается рыбалкой, сбором грибов, охотой, поиском сокровищ, и все это хочет снять на видео. Заранее распаковал посылочки, чтобы не сильно отнимать ваше время. И пришли вот такие вот вещи. Пришла клипса-зажим для экшн-камеры. Как видите, можно вращать, повернуть в любую сторону. Довольно жесткий зажим. Можно одеть на козырек кепки. Можно застегнуть за любой карман и повесить экшн-камеру в любое вам удобное место. Можно прикрепить к удочке. Можно прикрепить на любую подставочку, поставить экшн-камеру. К лопате, к металлоискателю, кому как удобно. Зажим очень крепкий. Сильно сжимает палец. Мощная такая вот пружина стоит. Еще раз повторюсь, чем хорошо, что его еще можно крутить в разные стороны. Очень удобная, нужная штука. В лодке хорошо можно закрепить на какую-нибудь станину, подставочку. Пришел нагрудный ремень и держатель для экшн-камеры. Очень хорошее качество. Прорезиненные ремни. Подойдет на любой объем человека. Можно еще немного регулировать, но в принципе растяжение здесь очень большое. Хорошо сделана крестовина на спину. Хорошая крепкая фурнитура. Очень заметил на рыбалке. Не хватало мне таких приспособлений. Приходилось снимать, ставить камеру с головы, и не всегда были удачные кадры сняты. Не всегда получалось снять то, что хотелось бы, так как вроде бы казалось, что камера экшен включена, а на самом деле она или выключалась, или не была включена. Когда у вас это все на груди, вы уже сами замечаете, включили вы камеру, не включили. Также можно посмотреть на экран и видеть, что снимает камера. С головы иногда камера или задиралась вверх, или наоборот вниз. И когда ты один на природе, например, те же грибы собираешь, залез куда-нибудь в кусты, камера зацепилась и уже снят не тот ракурс, который вам нужен. А с нагрудными приспособлениями это будет делать намного проще, и не так нужна будет сильная стабилизация, так как корпусом вы все-таки поворачиваетесь намного медленней, чем крутите головой. У меня приспособление, ремни, клипса очень понравились. Теперь даже если купить вторую экшн-камеру, то одну можно носить всегда на ремне, а вторую клипсой прикреплять куда
вздумается. Положим в сторону. Заказал такой вот переходник для наушников. Очень добротно, хорошо сделан. Здесь вот металлическая вставка, пружинка, что не даст разъему сломаться вместе соединения. Конечно, жалко, что здесь нету еще такой пружинки, но все сделано очень добротно. Растягивается провод на 1,80 м. А брал я его специально для таких вот наушников. Примерно пару месяцев назад заказал такие наушники. Ну, видео не снимал по ним. Ну, сейчас покажу. Они на Bluetooth передачи. Есть специальный передатчик. Можно включать и ходить как бы дистанционно с этими наушниками. Никаких проводов, ничего. До 10 метров спокойно, хорошо все слышно, но звук не идеальный. Присутствует какое-то шипение, иногда какие-то помехи. Когда близко сидишь возле передатчика, да, в принципе, слышно нормально. Ну, если уже расстояние 5 метров, то шумы присутствуют. Также здесь есть радио. Можно просто включить радио, ходить в этих наушниках и слушать радиопередачи. Но один минус, что их при каждом включении приходится настраивать. То есть опять включать скан, подключаться к передатчику или настраивать радиоканалы. Но я их брал для того, чтобы брать их на природу. И чем удобен этот провод, специально брал вот такие наушники, чтобы можно было вставлять и снимать провод. Если у вас подключены к прибору, то чтобы не разбивать гнездо на приборе, можно при надобности просто отключить провод от наушников. Все-таки наушники стоят намного, очень намного дешевле, чем стоит сам прибор. Вот, друзья, такие вот новиночки. Если вас что-то заинтересовало, то ссылочки будут в описании под видео. На этом заканчиваю. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале. Кто еще не подписался, обязательно подпишитесь. До новых встреч!